Ребята, зачем вы сюда приехали? Зачем вы сюда приехали? Зачем вы сюда приехали? Мы тут находимся, мы никуда не уезжаем. Ну что? Это начало, ребята! Я тебе сейчас только бутылку с бензином кину вовнутрь. Заришь, пидорас! Я сейчас стыдно! У меня сын тоже служил! Четыре полтора года! На кого вы поднимаете автоматы эти? На кого? На беззащитных, безоружных женщин? Ну, на русских, я же в Украине. Я говорю, на этих самых, на безоружных женщин. Как вам не стыдно, а, ребята? Как вам не стыдно? За кого вы воюете? За кого вы воюете? Что ты передергиваешь? На тебя кто-то нападает. Где приход? Зачем за твой? Где твой дом? Где было? Ты откуда дома? Где ты? Где я дома? Вы что, одни жидов поддерживаете? Мужики, вы что, бля, больные? Езжайте в Днепр, полите этих Коломойских. Нахуй вы едете, скажите, мы тут живем, нахуя вы сюда едете? Вы что? Свитки тут, скажи, свитки тут. Тебе соромно. Матери, вот, и тут, скажи, не будет на нас приехать. Мы народная Донецкая республика, мы определились. Давайте, блядь, пацаны, нахуй, отваливайте, блядь, откуда приехали. Вы спалили такой город красивейший мира, Киев, вы спалили! И вы приехали сюда! Вы сюда приехали болеть ее! Наведите там порядок! Наведите! В Славянске что было? Что было в Славянске? Был хотя бы один выстрел. Тебе смешно, что люди за свой кино. Молодец! Короче, кричите, кричат все, молодцы. Держай! Это свободная страна, я свободный. Держи. На этой технике я приеду к твоей маме, стану, блин. Твоей матери придут, блин. На такой технике, ты же выйдешь тоже сам. Ты же выйдешь. Мы не понимаем, зачем эта техника. Зачем вы приезжаете не хочу сюда? С этими фашистами. Зачем? Западными. Не хочу. 20 лет жили без войны, решили, да, народную службу. Откуда это началось? Кто кричал москаляку на геляку? Кто? Кто? Без понятия. Без понятия. А кто передергивает тут только что затвор на людей? Кто? Вы? И вы не знаете, кто это делает?